Выпустить пар на трассе и остаться в живых. Сегодня сезон открывают шоссейные мотоциклисты. Безопасность, говорят, превыше всего. Поэтому старт сезону дан на гоночной трассе. Проверить навыки и понять, на что способен твой мотоцикл, можно и следует только на гоночной трассе. В неумелых руках эта техника опасна. Мотодень на трассе 333 1 мая – место и время, где новички могут учиться у профессионалов. У Андреса бензин в крови, а мотоциклы – дело семейное. В таких слетах участвует и его сын с супругой. Результат налицо. Конечно, после 20 минут там едешь абсолютно спокойно домой, да, и я думаю, этот один час тут на улице, это за 3 года нельзя научиться. В прошлом году с участием мототехники произошло более 300 аварий с пострадавшими, 16 человек погибли. Члены мотобратства дают совет: на дорогах нужно вести себя как за рулем машины. Не нужно пытаться все время куда-то влезть, если машин много, лучше просто подождать. Очень многие происшествия на дороге происходят из-за неумения тормозить, из-за неумения ехать на соответствующей скорости, ну, на данном участке дороги. Поэтому не учат, когда сдаешь? Учат, но, как мы все понимаем, все едут на копейку, на 2 копейки, на 5 копеек быстрее. Ну, кто ехал на нем, он знает, что он провоцирует, конечно. Там же не чувствуешь, ну, там разница не там 80 или 160, ну, практически не, ну. Чуть быстрее, чуть эффектнее не на дорогах, а на трассе, напоминают мотоэнтузиасты. И тогда сезон будет открыт успешно. Сергей Герасимов, Кришьяни Слейт, Латвийское телевидение.